7 декабря 2016 года в рамках всероссийского проекта «Батюшка. Онлайн. Лайф-версия» в вузах города Димитровграда прошли встречи со студентами, священнослужителями Ликесской епархии во главе с правящим архиереем Преосвященнейшим Диодором. Встреча состоялась с техниками Димитровградского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ. Открывая мероприятие, руководитель вуза Иван Саган пожелал всем участникам плодотворной работы. Далее основатель известного медиапроекта Надежда Земскова представила видеопрезентацию и объяснила, как задать вопрос священнику. Поднять руку, передать записку или написать сообщение модератору в социальных сетях или в популярных мессенджерах. На сцене актового зала на вопросы отвечали епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, благочинный Чердаклинского округа протоиерей Олег Беляев, председатель епархиального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерского служения протоиерей Александр Ижуков, председатель епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства протоиерей Петр Гурьянов. Студенты активно задавали свои вопросы, интересовались многим, как найти вторую половинку и на что при этом обратить внимание, как пережить смерть близкого человека, нужно ли прощать предательство. Заключительный вопрос, которым и завершилась встреча, был таким: подскажите секрет счастья. Да нет тут никакого секрета. Просто, дорогие мои, что такое наша жизнь? Мы всегда очень, в большинстве случаев, неправильно осознаем нашу жизнь. Может, кто-то помнит, в советское время была такая замечательная песня: «Жизнь – это миг между прошлым и будущим». А это действительно так. Нужно в первую очередь жить сейчас. Не в прошлом, не воспоминаниями о прошлом и не какими-то мыслями о будущем, а жить вот именно сейчас. Мы вот с вами сидим в этом зале, и наша жизнь, именно вот она сейчас здесь, в этом зале. Но когда мы с вами постоянно или мучаем себя воспоминаниями о неком счастье, которое якобы мы испытали в прошлом, а сейчас вот тяготимся вот этим настоящим моментом, ну, дорогие мои, ваша жизненная сила уходит от вас именно сейчас. И если вы тяготитесь этим настоящим моментом, то никогда вы счастливыми не будете, никогда вот то завтрашнее счастье, оно фактически никогда не наступит. Так в чем же счастье-то, дорогие мои? А в нашем самоосознании самих себя. И именно в настоящем моменте нашего бытия. А каким будет, вот каким является для нас сейчас вот это наше настоящее, даже вот вы сейчас здесь сидите в этом зале, дорогие, это зависит от каждого из вас. Священнослужители постарались максимально полно и при этом коротко отвечать на вопросы. Также во время встречи ведущая задавала вопросы студентам, а правильно ответившим дарила памятные подарки. Пресс-служба Меликесской и Чердаклинской епархии.